Школьники двух красноярских команд стали чемпионами мира по фитнес-аэробике в дисциплине хип-хоп. Эти соревнования прошли в Голландии с 17 по 21 октября. Мировой чемпионат проходил в голландском городе Лейден. В соревнованиях участвовали более десятка стран. Ученики Красноярской комплексной спортивной школы стали главным открытием турнира. Команда «Блаз» заняла первое место в категории «Кадеты». Команда «Черри» выиграла золотые медали в категории «Юниоры». Команда «Черри» – одна из наших звездочек, которая в этом году, я даже скажу такое вот спортивное хорошее слово, выстрелила на чемпионате мира и стали победителями. То есть вот в прошлом году я их даже смотрел на чемпионате края, они, так скажем, не были еще даже в лидерах. А сегодня они уже первые в своей возрастной категории. Команда «Черри» уже вернулась в Красноярск. Небольшой отрывок из своей чемпионской программы исполнила для нашей съемочной группы. Сами мы вкладывали очень много усилий, и нам бы было ужасно обидно, если бы мы проиграли или встали куда-то ниже. Мы изначально ехали за первым местом, и мы бы очень сильно расстроились, если бы были хотя бы на место ниже. Поэтому это были огромные эмоции, восторг, радость и все, что с этим может быть связано. А за эти дни там много поздравлений было? Да, довольно-таки много. В школе часто подходили, поздравляли учителя, друзья тоже. А как в школе, собственно, относятся к тому, что ты занимаешься этим видом спорта? Ну, они не совсем довольны, что я много уроков прогуливаю в связи с этим, но они рады тоже, что в школе учатся чемпионы мира. Привела команду «Черри» к успеху тренер комплексной спортивной школы Анастасия Попова. Под ее началом сибирская дружина опередила команды из стран Европы, США, Африки, а также из Новой Зеландии. Традиция красноярского хип-хопа быть лидерами, ну, это неизменно уже, наверное, на протяжении лет 10, вот сколько я этим занимаюсь, да, столько красноярск чемпионы. И это не говорит о слабой конкуренции. То есть действительно много команд, и действительно они есть. Просто мы здесь себя так сами подстегиваем, тренеры друг с другом соревнуются здесь, команды друг с другом соревнуются здесь. Так что первенство города Красноярска проходит как первенство мира. Всего же на соревнования в Нидерланды ездили 4 команды Красноярской комплексной спортивной школы кросс-спорта. Помимо вышеупомянутых победителей, проявили себя и наши дуэты. Золото взял дуэт «Дубль Бласт», а второе место у команды «Умка-Джи».